Я разработала методику, которая массажа, который помогает снять боли буквально за один сеанс. То есть я приехала к родителям, у меня папа вот так вот ходил. Просто не мог, у него защемило что-то вот в спине, и вот он ходил вот так вот, все. И после одного сеанса массажа он выпрямился. Что я сделала? Я руками сначала сделала массаж, я почувствовала, где у него напряжение, откуда оно идет, где оно есть. Простучала молоточками токсин. Токсин я сейчас покажу. Это вот такой вот набор инструментов. Сейчас, кстати, мне пришел на склад буквально на днях, пришел очень классный еще один колышек. То есть вот сейчас вот в продаже есть вот такой вот набор и вот такой вот колышек. Идет по позвоночнику. То есть он ставится вот так вот по позвоночнику, вот первая позиция, вот здесь он простукивается, потом идет дальше и до самого низа. Колышек. Этому массажу 2500 лет. Ну, есть такая информация, я не знаю, сколько она верная, но Тайс утверждает, что этому массажу больше 2500 лет. Вот. И после этого массажа токсин я проходила гуаша, скребочки, скребковый массаж. Это заимствовано у китайцев, но у тайцев у них есть свои скребки. Вот, к сожалению, у нас сейчас переезд, мы только приехали в новый дом, я не нашла. Еще один есть такой очень интересный. На сайте у нас есть, вы можете посмотреть, он в виде такой ложки деревянной, рог с таким вот окончанием. Вот этот вот скребок, он очень классный, тайский. А насчет токсена, тот колышек, который у нас скоро появится, вот мне его только привезли, он еще с наклейкой еще не сняла. Я его долго искала, наконец-таки я его нашла, где его можно купить. Теперь его можно заказать будет. Я сегодня же сделала карту товара, совсем забыла про него. И попрошу всем, чтобы она завтра открыла. То есть он ставится... Показать сейчас? Давайте я отойду, чтобы на ноге можно было показать. Ставится... Идет вибрация очень сильная, и он очень классно расслабляет мышцы. Вот одно простукивание через токсен, оно дает результат. Вот, кстати, вот есть еще такой молоточек, вот им получается другой немножко звук. Здесь он с тайскими иероглифами идет, письменами. Вот этот молоточек, он очень хорошо именно с этим колышком идет. Вот я найду, если получится, потому что на выставке у товарищей, у которых я брала молоточек, они почему-то по телефону не отвечают, но постараюсь найти. Вот это любимый массаж моей семьи. Мама, она отца очень часто простукивает, а сестре она простукивает все. Мне даже моя дочка с помощью вот этого колышка делала массаж. У меня есть видеозапись, где моя 3-летняя дочка, сейчас ей уже 4, делает мне массаж вот этими молоточками. У меня есть инструкции, я их перевела на русский язык, и тем, кто покупает набор из этих вот колышков, отправляю документ, где нарисованы все массажные линии, по которым простукивают, и какие точки надо простукивать, при каких проблемах. Как самомассаж, так и массаж токсен. Человек, который заказывает этот набор, он получает инструкцию. Есть видеоинструкция, как делать массаж, и есть также точки, которые показывают, где, как, что простукивать. Да, массаж токсин в противопоказаниях, грыж нету. У токсин есть противопоказания. В документе написано, я сейчас вот на память не вспомню, помню то, что это лихорадочное состояние, состояние, когда человек в критическом состоянии. Также почему-то люди с психическими расстройствами, да, и там еще какие-то такие есть противопоказания. И после массажа токсин в течение 2 часов нельзя пить холодную воду, не рекомендуется. Вообще после любого тайского массажа в течение 2 часов холодную воду пить не рекомендуется, потому что это более глубокий массаж, вода должна быть теплая. Холодная вода, она нормальному движению лимфы в организме и как бы не есть гуд. Вот так, ну, на самом деле по нашей штучке, да, при грыже единственное, я бы не рекомендовала вот этот вот, потому что он идет...